Есть машины, допустим, грузовые, все дела. Как? Как она пройдет? Здесь стоит Бэтмобиль. Не, ну я понимаю, что Бэтмобиль — это круто. Я понимаю. Ну как вот здесь вот можно проходить? И зачем вот эти все оградки делать? Всем привет! Очередной выпуск Дарсайд. Вышел на работу утром. И вчера вот ходил, хотел один вам прикол показать, сегодня вот покажу сейчас. Получается, поставили у нас оградку. Вот она. Это типа, чтобы могли проехать машины и люди могли по тротуару ходить. Вот тут, вот так вот. Вот, ну я снимаю, чуть прошлись. Получается, поставили оградку, очень удобная штука. Реально. Потому что, ну вот, когда вот сейчас не сильно видно, обычная тема, сейчас не сильно видно. А вот когда вечером, здесь как бы такое движение нормальное, и мамаши с колясками ходят, и люди как бы там с пакетами с работы. Вот, и машины как бы ездят. Ну, то есть как бы тяжеловато как бы здесь разминаться. Довольно-таки, ну, серьезное движение. И детям, и мамам с колясками не очень удобно. Вот это вот сделали очень хорошую штуку. Очень удобно. Но, так как вы это видео видите в плейлисте Darkside, понятно, что в чем-то есть маленький подвох. Подвох в чем? Вот стоит как бы машина. Сейчас я покажу, подойду поближе. Вот представьте, это как бы идет мама с коляской. Вот сейчас вот, допустим, вот она идет, вот как вот идет семья. Только тут машина сейчас вот ездит. Допустим, да? Вот, и им надо, ну, идти по этому тротуарчику, а не по дороге. Вот как бы она идет. И здесь есть надо, ей надо как-то там, допустим, пройти дальше. Здесь машины, допустим, грузовые, все дела. Как? Как она пройдет? Здесь стоит Бэтмобиль. Не, ну я понимаю, что Бэтмобиль — это круто. Я понимаю. Ну как вот здесь вот можно проходить? И зачем вот эти все оградки делать? Вот так вот такие вот люди нас окружают. Всем похрен. Друг на друга. Поставил машину. Все отлично. Так вот и живем. Сейчас буду идти еще дальше. Покажу вам мусор. Вчера тоже как бы видел. Куча мусора. Просто люди делают, проходят там и бросают. Им похеру вообще, что дети гуляют. Что это как бы район там спальный. Вот, что здесь семьи как бы растят свое потомство, как бы там своих детей. Ну как обычно все, понимаете? Вот так вот. Я вчера как бы там посмотрел, думаю, ну блин, камеры нету, чтобы все. Думаю, ладно, возьму камеру. Ну, может, не будет. Может, не будет уже ставить. Нет, пожалуйста. Вот. Ну, наверное, сейчас обрежу как бы видео. И дальше, если увижу, что-то еще вам покажу. Ну, в любом случае, даже вот этот вот маленький моментик стоит нашего внимания, походу, по-моему. Стоит того, чтобы его опубликовать. Потому... Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Я думаю, что это плохо, это неправильно. Бэтмобили, блин, понятно, что супергерой, может, он там спасает мир. Вот. Но он уже второй день там стоит, этот Бэтмобиль. Второй день он его спасает. Вот мы вышли возле школы. Тротуарчик такой есть прикольный. И вот здесь, ну, вчера здесь чуть поубирали. Сегодня опять куча мусора. Пожалуйста. Вот. Я не знаю, как это можно оставлять. Что это такое вот вообще, как это происходит у людей, все вот этот процесс. Вот идет человек в Макдональдсе, купил как бы, блин, стакан, просто бросил его нафиг и пошел дальше, ему все равно. Вчера я здесь проходил, ну, честно говоря, по-моему, вот этот стаканчик вчера здесь тоже лежал. Вот, пожалуйста, еще, вот еще. Вот так вот, вот так вот. Что вам? На природе я вам показываю. Вот это вот я вам показываю тоже. Вот этот весь мусор. Сейчас просто траву чуть посрезали. И оно все хорошо видно. Вот, пожалуйста. Вот оно все хорошо видно.
весь этот мусор. Да, это не так страшно, типа кто-то может там сказать, блин, чувак, ты, ну там люди других людей убивают, грабят, там насилуют, и ты там мусор показываешь. Но это с этого начинается, вот как-то так. Потому что вот это вот воспитанность, вот это вот форма поведения людей. Что, пройдем еще сейчас, если увижу мусор, покажу еще мусор. Вот. Ну вот половину я вам прошел пути, я вам показал. Очень много. Там, наверное, вначале все скидают. Ну здесь вот кто-то покурил сигаретки, бросил. Там бычки, это понятно. Если он пачку сигарет бросает, вот тоже. Если они пачки сигарет бросают, то бычки, поверьте мне, они даже вообще не задумаются, куда им бросать. Вот бутылочка лежит. Бутылка, ладно, сейчас подойдет какой-то бомж, соберет. И ему будет подспорье, блин. И хорошее дело сделает. Ну, блин, вот. Я прошелся, сколько я тут прошелся. Вы видите, от дома вот полпути к маршрутке сейчас иду. Ладно, потому что надо на работу бежать. Я думаю, для этого выпуска достаточно вам фактов. Может быть, кто-то задается вопросом. Я уже как бы говорил там в трех словах в предыдущих выпусках. И здесь еще скажу в конце этого видео. Я это все снимаю не потому, что мне делать нефиг. Вот. Не потому, что там как бы... Я не знаю, хочу там просмотров набрать или там еще что-то там, не знаю, о чем еще мне снять. Меня просто это очень давно бесит, так как я начал делать свой блог, там другие вещи, конечно, там про собачек, про бег, вот. Ну вот это вот я все видео, я думаю, блин, ну сколько можно, надо показывать людям. Просто, по крайней мере, с кем-то делиться своими мыслями по этому поводу. Может, хоть каких-то единомышленников я найду. Ну как бы показывать это все. Я же говорю, что я надеюсь очень, что как бы, там один из миллиона человек, которые посмотрят это все дело, просто, блин, задуматься в следующий раз, когда выбрасывали этот весь мусор, так вот выбросил. Ненормативная лексика запикаю, потом, ладно. Ну, в общем, как бы думайте, что вы делаете, думайте, блин. Следите за собой, ну. Прежде чем выбросить просто мусор, подумайте, куда он денется, что с ним дальше будет. Вам же здесь проходить по этому же маршруту там на следующий день, может быть даже со своим ребенком. Все, до новых встреч.